для меня идея – это то, что способно направить всю деятельность человека или большого коллектива в единое русло. То, что представляется достаточно важным и ценным для подчинения себе всех прочих аспектов. Идеи в конечном счете придают нашей жизни смысл. И если у вас пока нет идеи, которая бы вас увлекла, смотрите Министерство идей, и, скорее всего, вы что-нибудь для себя найдете.